Эй, друзья, ну что ж, всем привет, с вами снова я, Артём Плотников, и сегодня мы с вами обозреваем новый сервер в Сампе, друзья. Сервер называется Monster Roleplay, он с небольшим бонусом, но... Что ж, посмотрим, чем нас удивит этот сервер. Ну что ж, начинаем. Сейчас онлайн на сервере 6 человек, но как только я зашел на сервер, зарегистрировался, прошел, короче, рестарт, и я не знаю, с чем это связано. Ну что ж, давайте посмотрим... Сначала, что тут вообще у нас имеется? Статистика. Ого, у нас 5 уровень, до 6 нам 24 часа нужно поиграть. У нас 2 машины скутеров. Ясно. Так, что у нас есть еще тут? Ну, в принципе, нам больше здесь нечего посмотреть. Admins, Gold, VIPs. Ну да ладно, что-то нам даже здесь не пишут, чем нам с вами можно заняться. Ну давайте посмотрим общественные места, мэрия, автовокзал, оружейный магазин, автошкола, банк, церковь, притон, стоянка таксистов, покупка материалов. Ну что ж, давайте сначала тогда зайдем, возьмем скутер, а где его взять? О, аренда мопедов. Отлично. Так, давай, братуха. Все, отлично, мчим. Итак, давайте тогда сразу же посетим мэрию Лос-Анджелеса, посмотрим, чем нас там удивит. Возможно, мы там увидим, что нас на какую-нибудь работу с вами пошлют. Обратите внимание на маппинг. Прикольно. Неплохо сделали. Ох ты, мэрия тоже измененная. Да и участок тоже. Стояночку сделали. Что, поехали прям к ходу. Мы все-таки торжественные бомжи. Красавчики такие. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Давайте зайдем, посмотрим. О, интерьер нормальный. Друзья, да, еще хотелось бы вам рассказать про этот сервер. То, что у них в группе ВКонтакте проходит конкурс. Там такой, ну, неплохой, конечно, конкурс. Там разыгрываются 3 Steam-аккаунта. А, нет, 2 Steam-аккаунта с играми. Аккаунт на Advance, аккаунт на Diamond и админ права на этом сервере. Ну что, друзья, заходите в группу ВКонтакте, там уже много количества репостов сделано, может быть, и вам тоже повезет. Так, создание семьи нам не нужно. Устройство на работу, в разработке. А, в разработке еще. То есть этот сервер еще не до конца разработан, так что он здесь, вы не стоите в мэрии. Ладно, хорошо. В мэрии нам больше делать нечего, собственно. Давайте тогда отправимся... Автосалоны без развлечения. Что у нас есть в развлечении? Counter-Strike. Counter-Strike. Погнали в Counter-Strike. Так, тут где-то моя машинка. Сейчас заодно и домик с вами купим. Посмотрим, что у нас... как далеко? Ё-моё, как далеко. Не, мы... Так. А, ну там, в принципе, и автошкола тоже находится. Заодно и там посмотрим, что и чем нас смогут с вами удивить. Минуточку внимания, администратор пишет. Давай посмотрим, чем ты нас удивишь. Ё-моё, вот это тут забор так. Так, ну давай. Пфф. Удивляй. Рви. В клочья. Франциско Елегинс. Так. Видимо, у нас... О, давайте сразу же в магазин одежды заедем, посмотрим. Чё-чё-чё. Пронет будет пиар рейд на хелпер по 3 уровне. Ну ладно, чё, красавчики. Так, давай войдем. О, интерьер тоже неплохой. Что тут у нас? Так, о! Нормально. А, тут только это, да? Блин. Давай. Шляпа есть? Ох! Все, сейчас мы с вами нарядимся. Вот такие вот мы будем с вами красавчики. Так, шляпа, у нас все отлично. Так, все. А где шляпа-то? Блин, шляпа-то пропала. А очки-то остались. Так, все. Может быть, в этом, в инвентаре, типа, у нас? Или тут его нет? А, есть инвентарь, что я хочу. Аксессуары, щапка. Использовать. Че, я же купил. Ну, ладно. Так, значит, не купил. Ну что, полетели тогда. У нас теперь есть очки, нам шлем не нужен. Летим тогда мы с вами в автошколу, заодно и поиграем там в Counter-Strike. Посмотрим, чем они нас там удивят, собственно. Обратите внимание на проходную у выезда из города. Я думаю, такие проходные... Ух ты, там еще тоже что-то какая-то хрень. Я думаю, такие проходные установлены при въезде и выезде из каждого города. Так, тут какая-то у нас буковка D. Это что у нас означает? Или это типа деревня, да? Ну ладно.
Трейлер мы покупать не будем, мы все-таки миллионеры с вами из трущоб, поэтому сейчас отправимся в город Сан-Фьера, посмотрим там игру Counter-Strike, заодно купим себе там домик, может быть машинку, если она продается там. По сути, там есть автосалон у автовокзала, не знаю, как на этом сервере. Ну, сейчас все сами увидите вместе со мной, будем вместе с вами разбираться, и что-то я, походу, не там поехал. Я забыл, где срезать. Итак, друзья, мы с вами въехали в город Сан-Фьера. Собственно, почему-то здесь, походу, автошкола не тут. Или я... Да, походу, автошкола, друзья, не здесь. Хотя, вон там предметы площадки, я вижу, и маппинг. Тоже здесь. Вон, собственно, Counter-Strike. Сейчас помчим туда, но я думаю, что без народа нам там делать нечего. Конечно, если там есть народ, тогда да. Ну что, давайте заглянем. Вроде бы здесь находится у нас Counter-Strike. Что это такое? Да, Counter-Strike. Покупка билета. Так, регистрация закрыта. А, это как? Понял. Что это такое? Все, я понял. Тогда, друзья, давайте посмотрим с вами. Нет, это все не то, паркур. Так. Военкоматы. Так, автосалоны. Магазин пиротехника. Так, общественные места. Где у нас находится? Автошкола-то все-таки. Автошкола. Ага, она у нас в Лос-Анджелесе находится. Ну, давайте тогда посмотрим, есть ли в этом городе аренда автомобилей. Да, вроде бы есть, но смысл мне их арендовать, если у меня даже прав нет. Давайте посмотрим, вдруг у нас получится. Это будет неплохо. Возьмем туризму. Попробуем. Давай, брат. Отлично, друзья. Обратите внимание на спидометр, неплохой. Что за большой двигатель? О! Отлично, друзья, мы можем без прав гонять. Вот это жизненно. Спидометр нормальный такой. Мне прям нравится. Третья передача. Даже пишут, какая передача сейчас. Да? Вот мы на первой, вторая. Третья. Первая, вторая. Третья. 180, наверное, четвертая будет. Нет, 90. Да, четвертая. Прикольно, друзья, я таких спидометров еще не видел. Вот за это вот большой плюс данному серверу. Молодцы, молодцы. Что, сейчас мы с вами все-таки отправимся в автошколу. Посмотрим, чем они там нас удивят. Я, собственно, еще не видел, что автошкола находится в городе Лос-Антосе, да еще и в таком месте. Ну что, сейчас посмотрим. Заодно тогда и домик купим в Лос-Антосе, раз вся движуха происходит там. Посмотрим, чем нас удивит. Ой-ой-ой-ой-ой. Нажал на стрелочку. Чем нас удивит японский бог разработка здесь? Давай-давай. Отлично, красава. Группа сервера, покупка админки. Спасибо, что выбрал наш сервер. Кстати, друзья, здесь админки недорого стоят. Там что-то 25 рублей, что ли. Так что, если у вас есть желание поадминить и почувствовать власть, милости просим на этот сервер. Итак, мы уже практически с вами выехали в город Лос-Анджелес. Это вам не на скутере рассекать. Так, шлагбаум открыт, да, отлично. Залетаем. Вих! Нехило, там тоже он какой-то был. Ух ты, а что это такое? Что тут такое? Прикольно здесь, друзья. Это просто так сделано, да? Класс, молодцы. Респектос. Итак, кэтр. Кэтр. О, фары включили. Так, тут у нас авторынок, да? Ага. Так, что-то я тут машину не вижу. Так. Ну что, вот мы и подлетели уже с вами к автошколе. Реально, в непривычном для меня месте она находится. Хотя вроде бы на каком-то сервере я уже встречал. Неплохо, маппинг тоже неплохо сделан. Так. Интерьер тоже неплохой. Все в стиле дерева такие там. Так. Получение лицензии. Давай, братух. Или что мне надо? Мне инструктор нужен, да, наверное? Так, это ты что? А это не для меня. Пончики тут жрут, козлы. Так. Ну что, куда? Я не понимаю.
Вот тут толчки, походу, да? Отлично. Так. Ладно, это все хорошо, хорошо. Но где мне брать лицензию? Я что-то не понимаю. Наверное, тут лицензер должен быть. Ну-ка, давайте-ка еще раз мы посмотрим статистику. Возможно, у нас уже есть права-то. Лиценз. Лиц. Третьему. О, у меня есть водительские права. Отлично. Значит, мы с вами просто посмотрели автошколу. Да и не только авто, тут и мото, походу. Там на крыше еще какая-то хрень. Что там такое? А, там столики. Прикольно, прикольно. Только не знаю, где они площадку тут сдают. Или они прям без площадки. Тогда немножко странновато. Давайте сейчас отправимся с вами в автосалон. Посмотрим, чем они порадуют нас. Автосалон нон-класс, А-класс, Б-класс. Давай А-класс, я не знаю, чем он отличается. Это, наверное, здесь, да, который находится автосалон? Нет, это там. А, там. Ну, тогда вот в этот лучше автосалон заедем. Б-класса. Так и Б-класса тут. А это тогда что? А здесь тогда что? Каршоп. Класс. А, нон-класс. Это самый нижний, наверное. Так. Байка. У вас нет дома. Отлично, мне нужно купить дом. Сейчас мы купим какой-нибудь сарай себе. Но он наверху где-нибудь. Так. Давай посмотрим. Ща купим. Ща мы все купим. О, не-не-не. Тут они тем более куплены, да и не очень. Сарай какой-то. Это вообще внизу где-то в жопе. Поехали наверх. Тихо-тихо-тихо. Ваш индивидуальный мопед был удален. Ничего страшного. О, вот это я понимаю, особнячок. Отлично. Так. О. О. Внимание, теперь каждый день сейчас будут снимать средства, если вас, вас выселят по домашний счет. Понял. Так. Мы home. Или как там? Home. Привет всем. Салам варам. Так, подожди, как мне войти-то в дом? Х-меню, наверное, как... О-о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 . Так, изменить. Продать дом. Ремонт. Деревянный, обычный стиль, мрамор. Во, дворец. А я откуда знаю, какой у меня номер дома? Сейчас посмотрим. Какой у меня? 976-й. Блин. Так, 976-й, сейчас посмотрим, ремонт, какой там дворец, 976, а, у меня и был уже дворец, да? Ну ладно, так, чё я опять вышел из дома? Так, домашний сейф, в доме нет сейфа, его можно купить в главном меню дома, покупка улучшения, сейф, давай, мы сейчас все с вами купим, гараж. Отлично. Шкаф, шкаф в разработке. Так, я хочу попасть в гараж. Где мне попасть в гараж? Так, хэй-меню. Изменить. Как мне попасть в гараж? О, гараж. Вот это у меня гараж, друзья. Телевизор еще можешь смотреть. Да. Охренительно просто, зашибись. Так, друзья, теперь мы по-любому должны купить с вами автомобиль. Вон у меня скутеры. Это, кстати, мои скутеры все стоят. Потому что у меня два типа домашних скутера. Я не знаю, с чего вообще они и как появились. Но я, в принципе, не против. Мне бесплатный транспорт всегда нужен. Ех! Ех! Ух ты, в этом здании еще. Так, банчата. Администраторы-то следят, смотрите-ка. Так. Что тут у нас в автосалоне творится? Давай заглянем. Ех! Так. Байка. Ох, 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 ох. Так. Не, я хочу что-нибудь нормальненькое. Есть что? Так. Обратите внимание на цены.
космические какие-то они. А, 150 тысяч, я неправильно посчитал. Здесь, мне кажется, только такие вот дешевские машинки. Это в других премиум-магазинах, вот там вот уже нормальные тачки, а здесь, да, уже все заново пошло. Ну, сейчас мы Сабру купим тогда с вами. Так, тачка тоже зверь, нормальная такая. Сейчас, 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 где она? Снят лидер русской мафии. Сколько будет? 112, ёпти. Хе-хе, мне донат дали. Открыть заявка на пост русской мафии. Красавчики. Мы еще и донат выиграли с вами. Вот какие мы молодцы. Так, где? Во, сабля. Так, цвет. Давай еще пацанский какой-нибудь сделаем. Пацанский сейчас цвет такой бахнет, типа. Все-таки. Купить под слот первого автомобиля. Почему на банк? Блин, а теперь еще и... Надо в банк, чтобы бабки в банке были. Ну ладно, собственно, понятно, здесь тоже все. Так, давайте посмотрим, я хочу работу посмотреть. Легальная игра, покупка дома на колесах, автоматический центральный отель. А, собственно, поэтому, наверное, и сделали донат, потому что пока что работа в разработке. Скорее всего, так. Да-да-да. Потому что когда мы же с вами заходили в мэрию, там работы, и они были в разработке написано. Собственно, из-за этого и донат и сделан, мне кажется, чтобы какие-то средства были на первое время, чтобы как-то хоть люди могли существовать. Ну, молодцы, подумали. Главное теперь им быстренько все это исправить и доработать все работы, подработки и тому прочее. Потому что это не есть хорошо. Так, также автошколу, наверное, мне кажется, тоже дорабатывают, поэтому и сделали бонус. Итак. Так, одежда. Что тут за шляпа такая? Цены, обратите внимание на цены. 300 тысяч за такое говно. Я бы не отдал. Ну, тут раз уж бонус, почему бы и не отдать? Так, чем кого-нибудь купим? Обратите вообще цены космические. Ё-моё. Ну, наверное, эти скины что-то значат, мне так кажется. Потому что просто так бы они не стоили столько бы денег. Давай самый дорогой купим. Красавчики. Хороший выбор, конечно, хороший. У меня теперь бабок нет. Итак, я хотел еще посмотреть, что мы можем купить за донат. Так, донат. О-о-о. Игровая валюта. Вообще нормально так-то. Ну что, друзья, у нас снова, короче, произошел рестарт на сервере. Да еще и плюс у меня на карте памяти камеры закончилась память, короче. Ну, собственно, мы, в принципе, с вами все основное посмотрели, узнали. Моя оценка данному серверу 3 из 5. Примерно где-то так. Если они исправят и доработают все... работы, одежду, автошколу и тому подобное, то, в принципе, будет все не так уж и плохо, и уберут бонусы, соответственно. Тогда у них будет онлайн и, собственно, сервер, в принципе, неплохой. Но это мы еще не углублялись с вами. Еще, исходя из того, как они сделают работы и все это подобное, там еще будем смотреть. Вот, ну, собственно, все данные о данном сервере вы можете найти в описании к данному ролику. Там же вы можете найти ссылку на мою группу ВКонтакте. Ставьте пальчики вверх, не забывайте подписываться на группу ВКонтакте. С вами был я, Артём Плотников, игровой канал Escape TV, сервер Monster Roleplay. Всем пока и удачи!